Привет! В апреле Apple выпустила небольшое обновление под названием iOS 14.5, которое принесло несколько улучшений и полезных функций на iPhone. Но настоящие изменения ждут пользователей яблочной продукции в iOS 15, информация о которой с каждым днем все больше и больше. Что от нее ждать, расскажу прямо сейчас. Apple всегда с большой осторожностью внедряла в интерфейс операционной системы те или иные изменения. Так, в 2020 году наконец-то появились полноценные виджеты, пусть и с заметным отличием от аналога у Android. В системе образца 2021 года тоже достанутся определенные внешние нововведения. Тем же iOS-виджетам инсайдеры обещают переосмысление. В частности, их научат регулировать громкость или включать-выключать какую-либо функцию. Кроме того, пользователи получат возможность выбирать размер виджета. iPadOS и вовсе до сих пор лишен возможности добавления подобных блоков в сетку иконок приложений, так что ждем на iPad эту функцию. Журналист Bloomberg Марк Гурман, известный своими точными прогнозами об Apple, считает, что в iOS 15 переработают экран блокировки. Подробности, как это часто бывает, пока не приводятся, но, видимо, в Купертино пойдут по пути увеличения функциональности и кастомизации этой части интерфейса, разрешив пользователям запускать с него те или иные опции. Аналитик Минг-Чи Ко, инсайды которого считаются одними из самых правдивых, неоднократно заявлял, что в 2021 году iPhone получит увеличенную частоту дисплея, чтобы догнать своих конкурентов. Возможно, вместе с ней появится и режим Always On Display, который позволяет устройствам с OLED-матрицами выводить важную информацию на выключенный экран. Возможно, изменится и уведомление. Пользователь будет управлять их поведением, выставлять приоритетность в зависимости от того, чем он занят, например, находиться за рулем или на пробежке. И еще одна маленькая деталь. Недавнее обновление значка приложения Apple Music for Artist породило предположение, что дизайнеры Купертино заняты подготовкой масштабного редизайна операционной системы, отказавшись от плоского стиля оформления. Вот об изменениях функционала в iOS 15 пока известно гораздо меньше, чем о дизайне операционной системы Apple. Так просочилась информация, что в Купертино собираются превратить мессенджер iMessage в конкурента WhatsApp и Telegram, хотя и подчеркивается, что планы могут реализоваться гораздо позже выхода iOS 15. Разработчики вроде бы дадут немного больше свободы пользователям в выборе приложений по умолчанию. Еще в iOS 14 появилась возможность сделать сторонний софт альтернативой браузеру Safari и почтовому клиенту Mail. В недавний iOS 14.5 позволили выбирать музыкальную платформу по умолчанию. В будущем, будем на это надеяться, этот список расширится. Все тот же аналитик Минг-Чи Ко предсказывает появление в iPhone 13 подэкранного сканера отпечатка пальцев, то есть возвращение старого доброго Touch ID. Но Apple не собирается отказываться и от системы Face ID, уровень защиты которой один из самых высоких на современном рынке смартфонов. Если в будущем смартфоне заработают сразу два способа биометрической аутентификации, то возможно и внедрение двухэтапной процедуры, что, конечно, в очередной раз повысит безопасность iOS. И, конечно, важный вопрос, когда выйдет новая версия операционки для айфонов. Инсайдеры предполагают, что в Apple представят новую версию iOS на всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference, запланированной на 7 июня. После этого компания откроет бета-тестирование операционной системы для владельцев iPhone и iPad. Релизная же версия традиционно станет доступна сразу после презентации нового поколения iPhone. А это, если у Apple все пойдет по плану, произойдет в начале осени 2021 года. И, кстати, важная информация для обладателей старых яблок. Вместе с выходом iOS 15 поддержки лишатся, если верить авторитетным инсайдерам, iPhone 6s, 6s Plus и SE первого поколения. Все эти трубки работают на процессоре A9, который был представлен еще в 2015 году. Новую iPad OS не дождутся и владельцы планшетов iPad Mini 4, Air 2 и iPad 5. Остались какие-то вопросы по iOS 15? Давай обсудим в комментариях. Лайк, подписка, колокольчик. Пока-пока.